хуйня какая-то произойдет. И я буду инициатором, что вас выиграет, понял? Правильно! Мне похуй, кто из вас начал. Выгоню обоих. Такое. Ну, возможно, пацаны типа перебухали или что-то еще. Все нормально, бывает всякое. Я просто предупредил, что если кто-то еще раз начнет какую-то зачинку, я выгоняю обоих, потому что у нас вот максимально добрая атмосфера должна быть. Ты согласна со мной? Ну, кидай. Потом поднимут, поднимут, ребята передадут мне. Ты не сможешь его взять. Окей, я, бро, ее мне принесут, я об этом забочусь, не переживай. Псих, ну давай, кидай. Короче, концерт как вам? Я ебану, вспотел очень сильно, и я думаю, что вы все тоже вспотели жестко, это правда? Вы отсюда уползете, у вас будет болеть тело несколько дней 100%. Но это будет один из самых лучших дней в вашей жизни, я уверен. Спасибо всем, кто был на этом концерте, вы самые охуенные люди в Питере. И когда в рамках тура на 63 города я соберу А2, вы будете теми алдами, которые приходили на вот такие вот хуй пойми какие концерты и разъебывали так, как будто жестче, чем в А2 я сделаю. Спасибо вам за это, вы самая преданная аудитория. И специально для вас я написал песню, которую играю вот сейчас последний на своих концертах. Она очень душевная, и поверьте, вы будете орать два слова, которые будут в этой песне на протяжении всех припевов. Спасибо, Питер! Вы мясо! Я вас люблю!